Полное описание и точно дата выхода с 9 по 12 серию нового сериала «Бим». С 9 по 12 серию сериала будут выходить на телеканале НТВ 12 января. В новых сериях мы увидим, как неизвестный проникает в дом и топит в джакузи фитнес-тренера Лену. Полиция вызывает ее муж Александр Гаранин, вернувшийся из поездки в соседний город. Из дома украли бижутерию Лены, ноутбук и бутылку дорогого коньяка. В числе подозреваемых оказывается Филипп, с которым Лена встречалась и от которого была беременна. Но вскоре на пляже находит труп Игоря Мельнюка, а украденные у Лены вещи обнаруживают в его доме. Полицейские задерживают Гаранина. В камере он пытается совершить самоубийство. На рынке неизвестный стреляет в полицейского, но тут, получив ранение, успевает выстрелить в ответ. Личность бандита установить не получается, но есть зацепки в виде татуировок зоны. В машине убитого находят партию оружия. В это же время убивают Махнова, дававшего деньги в долг под большие проценты. Подозрения в убийстве Махно падают на Толика, приходившего в офис с просьбой отсрочить платеж. Но он оказывается невиновен. Макар едет на овощебазу, где работает Толик, чтобы поговорить с его начальником Алимовым. У Климова складывается ощущение, что он что-то недоговаривает. Напомним, с 9 по 12 серию сериала будут выходить на телеканале НТВ 12 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.